Доброго времени суток, с вами Сергей, и сегодняшний ролик будет посвящен клину моей конструкции, клину для топоров и молотков слесаря Мачнева. Мы сегодня покажем сам процесс. Неоднократно поступают мне предложения показать сам процесс и спрашивают, почему при первом ролике я не показал процесс. Все просто, у меня просто не было вот этих еще тисков. Сейчас у меня есть тиски, и сейчас я вам покажу процесс изготовления моего клина. Техника безопасности. Первым делом делаем заточку самого клина с двух сторон. Я это делаю, можно, конечно, нагреть, если у вас есть газ мощный, и молотком расплющить. У меня такого нет, я буду затачивать болгаркой. Сейчас я разверну и с другой стороны сделаю угол. Сделал заточку, и сейчас я буду отрезать. Отрезаю я следующим. По следующему правилу 1/3 от величины топорища, от обуха топора. 1/3 часть. То есть для больших топоров я использую 25 мм. Для средних и малых топоров хватит уже 20 мм. Я сейчас несколько клинов сделаю. У меня просил Сурин, и я ему сделаю несколько видов клинов. Вот. Толщина материала 4. Стандартно. Сейчас отрежем. Оп. Такой инструмент пылить нельзя. Отрезали, пусть постынет. Делаем 4 прореза. 4 прореза. Можно и 3 прореза делать. Я сейчас делаю 4 прореза. Глубина где-то 8 мм. 25 мм сам клин высотой. А глубину делаем 8-10 мм. Больше не надо. Ножовочкой по металлу. У нее прорез кончится. И третий прорез я, наверное, неправильно сформулировал. 3 прореза, 4 зуба получится. Так, одинаково.
Отлично. Все, клин готов. Вот так вот он выглядит. Теперь вы знаете, как он делается. Полное производство. Ну и последний штрих. Надо его подкрасить. Я клинья все крашу, потому что они все равно будут соприкасаться с влагой. А так клин свои свойства очень долго не будет терять. На этом мы ролик заканчиваем. До свидания. С вами был Сергей. Удачи и здоровья.